В Эстонии немало выдающихся молодых спортсменов, о достижениях которых, к сожалению, мы слышим недостаточно часто. Именно поэтому 4 года назад в Таллине была заложена традиция, призванная показать, какое значение придается у нас спортивным занятиям молодежи, а также поддержать наших лучших молодых спортсменов и их тренеров в устремлении к высшим достижениям, в том числе и материально. Сравнительно недавно у нас зародилась традиция чествовать молодых спортсменов города Таллина, которые в течение года показали себя наилучшим образом на международной спортивной арене. То есть речь идет прежде всего о достижениях на титульных соревнованиях, будь то чемпионат Европы, чемпионат мира. Так в этом году город поощрил 32 спортсмена и одну команду на общую сумму в 14 100 евро. Среди получивших премии, например, чемпионы мира в стандартных танцах Мадис Абель и Александра Галкина, чемпионка Европы по быстрым шахматам Май Нарва, чемпионка Европы по ушу Анастасия Парейко, серебряный призер чемпионата мира по буерному спорту Кевин Мелвин Асов и многие другие. Конечно же, у каждого из этих спортсменов есть свои планы, как потратить собственную денежную премию. Впереди много праздников, мероприятий всяких, которые нужны делать. Тоже 14 февраля, 8 марта, день рождения друзей, половину тренеру за подготовку, за все, что он в меня вложил. Я еще, конечно, не думал, но в принципе найдется на ту же экипировку для... Я занимаюсь боксом, там на перчатке, на боксерке, ну, на форму, в общем, на спорт. Ну, как истинная девушка, я потрачу на одежду, а если честно, то... Ой, я еще даже не думала. Это было просто так спонтанно, мне никто ничего не говорил, что здесь будет. И я надеюсь потратить их с умом, да. Сегодня город поощрил чемпионов, которые завоевали титулы в минувшем году. На следующая церемония состоится в Доме Поска уже ровно через год, но там будут чествовать чемпионов уже нынешнего сезона. Сегодня было твердо обещано, что традиция будет продолжена. Сергей Дедыкин, Юрий Вельтри, Первый Балтийский канал.